Спортивная площадка возле школы номер 4, мягко говоря, была малопригодна для занятий. Асфальта почти не оставалось, футбольные ворота, баскетбольные кольца и турники зарастали травой. При этом на западе Тамбова каждый спортивный объект на вес золота. За дело взялся благотворительный фонд «Тамбовский». Это уже второй этап проекта «Движение к цели вверх». Фонд начал его реализацию в апреле этого года. На площадке 4-й школы реконструировали старое асфальтовое покрытие, а по сути создали новое. Здесь смонтировали баскетбольные опоры, щиты и кольца, а также установили трибуны для зрителей. Все работы обошлись в 1 миллион 800 тысяч рублей. Открыли площадку, как и планировалось, праздничными турнирами по баскетболу и волейболу. В этом году мы открываем третью по счету площадку. В очередной раз нас поддержал фонд президентских грантов. Вы видите сегодня, что есть баскетбольная площадка, и мы начинаем поддерживать ребят из волейбольной федерации и открыли площадку по пляжному волейболу. Первой игрой на новой площадке стало противостояние баскетбольных троек. Команды спортсменов обновили и волейбольное поле. Всего участниками встречи стали около 100 игроков. С трибун за играми следили почти 200 человек. Мы каждый год, каждое лето собираемся много раз, играем на турнирах. Это очень здорово, это очень интересно, это очень классно, потому что можно встретиться со всеми своими друзьями, знакомыми, классно провести время. И очень здорово, что в нашем городе появляются новые места, практически ежегодно новые площадки. Благотворительный фонд «Тамбовский» планирует открыть еще одну похожую площадку в этом году. Речь о втором корпусе 30-й школы Тамбова. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Наталья Демина, «Область новостей».